Открытие нового аэропорта в Кирке намечено на 21 июня. В городе Кирке Либабского вилаята завершилось строительство нового аэропорта. Торжественное открытие аэровокзального комплекса намечено на 21 июня 2021 года. Сейчас на оборудование нового аэродромного комплекса идут пусконаладочные работы. Новый аэропорт в Кирке – крупнейший инфраструктурный проект Либабского вилаята. Объект построен силами члена Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, индивидуального предприятия «Гундогды». Пропускная способность киркинского аэропорта составит 100 пассажиров в час. Комплекс объектов современной воздушной гавани расположился на 200 гектарах, взлетно-посадочная полоса, 4 вертолетные площадки, пассажирский терминал площадью более 1700 квадратных метров, центр управления воздушным движением, помещение технической и вспомогательной служб, широкая сеть инженерно-технических коммуникаций ИДР. Аэропорт Кирки станет четвертым инфраструктурным объектом, построенным в рамках реализации Национальной программы развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-2030 годы, в соответствии с которой возводятся новые терминалы, ведется реконструкция действующих профильных объектов и служб. Ввод в строй нового аэропорта будет способствовать динамичному развитию Либабского вилаята, активизации торгово-экономических, а также гуманитарных связей и туризма.